Пока у родителей предновогодние вечеринки и корпоративы, у их детей программа еще более насыщенная. Утренники в детском саду, школах и, конечно же, елки и отчетные концерты в любимых студиях и кружках. А когда три вида искусства становятся одним большим праздником, такое нельзя пропустить. Все искусство, которое мы окружаем себя в течение года, которое присутствует здесь на концерте, это и танцы, и музыка, и живопись. Мы очень хотели, чтобы наши дети в этот Новый год оказались в творческой, волшебной атмосфере, чтобы новогодний праздник был для них не только классическим праздником с Дедом Морозом, мандаринами, елочкой, мы это, конечно, тоже предусмотрели, но и чтобы они окунулись в атмосферу живописи, танца, вокала, чтобы показали то, что они умеют, и насладились творчеством других ребят. Мы сегодня выбрали потрясающую площадку с классическим интерьером, который, опять же, подчеркивает академизм наших направлений. Спасибо огромное ресторану «Ред» за гостеприимство и за теплоту, с которой они нас встретили. В этот день каждая школа показывала все свои умения и все, чему научились ребята за первое учебное полугодие. Ну, сегодня просто атмосфера такая праздничная, все очень приятно, интересно посмотреть на деток. Мы просились, что ребенок дисциплинированно пришел, выступил. Сама ждала все это выступление с утра. Я сегодня танцевала несколько раз дома, танец этот. Не знаю, у меня сегодня хорошее настроение, я готовилась. Я недавно сюда начала ходить, но уже очень хорошо рисую. Я хочу нарисовать когда-нибудь, например, какое-то высокое здание спроектировать, а нарисовать, чтобы его построили по моему чертежу. Этот год стал богатым на творческие открытия, новые направления занятий, еще больше учеников и еще больше конкурсов, побед и медалей. В школе танцев появилась акробатика, у нас появилась, наши номера стали более сложными, технически более сложными. И в этом году все наши детки стали лауреатами, что очень престижно и достойно для нас. Дети настолько вдохновленными стали, у них стали гореть глаза, то, что они видят, что их труд, это действительно, ну, большой труд, который приносит такие хорошие результаты. Они когда видят эти кубки, эти грамоты, которыми их награждают, они вообще сияют и блестят. Песни, танцы, выставка рисунков, елка и, конечно же, подарки. Но самое главное – эмоции, которые получили от этого праздника главные участники. Мне понравился сегодняшний праздник. Он такой необычный, много номеров, мы не все видели. Некоторые номера мы вообще даже представить себе не могли. А у меня танец. Все на Егерина выступят. Один танец. Со мной. А что вам больше всего понравилось на этом празднике? Красота! Дед Мороз! Смотря на успехи и масштабы, которые произошли со школами в этом году, нам остается только пожелать любви к искусству и новых творческих успехов.